Ой, посмотрите, какая милая собачка. Манга, это литература. Ой, нет. Она умственно отсталая. Приносила ее ребёст. Я тоже себе хочу такой. Пиздец, он больше моей башки. Эй, Юрий, есть минутка? Хочу, чтобы ты посмотрела мангу, которую я купила вчера. Прости, Нацики, я знаю, что манга очень важна для тебя, но я просто не могу заставить себя читать ее. Потому что ты считаешь, что манга это слишком по-детски для тебя. Я знала, что ты это скажешь. Именно поэтому данная манга хентай. Нацики, успокойся, пожалуйста. Как тебе, Юрий? Все еще по-детски?